Пьяному гонщику Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор. ДТП произошло в ночь на 7 апреля этого года. В «Ладе Приори» ехала пьяная компания из 5 человек. По словам очевидцев, автомобиль двигался по проспекту Строителей в сторону улицы Лежневской с превышением скорости, нарушая правила дорожного движения. На кольце автовокзала водитель не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. Два пассажира погибли на месте. Двое других с серьезными травмами были госпитализированы. Водитель выжил, свою вину он признал. Приговор суда не вступил в законную силу. По итогам рассмотрения данного уголовного дела водителю Фомину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права управления сроком на 2 года 6 месяцев. Также по результатам рассмотрения данного уголовного дела частично удовлетворен гражданский иск одной из потерпевшей на сумму в 300 тысяч рублей.